Очень часто на приеме пациенты задают мне один и тот же вопрос. Как может иглорефлексотерапия помочь сбросить вес? Отвечаем. Основных механизмов в лечении излишнего веса с использованием иглорефлексотерапии два. Первый механизм направлен на то, чтобы подавить чувство голода. То есть после процедур воздействия на специальные биологически активные точки у человека снижается чувство голода и потребность есть определенные продукты, такие как сладкое, соленое, острое, жирное и так далее. То есть пристрастие к тем продуктам, которые вызывают лишний вес. И второй механизм – это направлен на то, чтобы повысить метаболизм и повысить обмен веществ. После каждой процедуры иглорефлексотерапии происходит увеличение метаболизма примерно в 10-15 раз. Вместе с этим запускается также и очищающий механизм, то есть усиливается ток лимфы, также примерно в 10-15 раз. Улучшается работа почек, печени, внутренних органов, других органов пищеварения, таких как поджелудочная железа. В связи с этим, после процедуры, после таких сеансов, обычно у пациентов увеличивается диурез, то есть выделение жидкости, нормализуется работа кишечника, то есть увеличивается объем стула, частота и, так сказать, консистенция, качество его. Вот, слегка может повышаться температура примерно там, от половины до полградуса, но эффект это такой временный. В среднем эффект длится около 3 дней от одной процедуры, то есть эффект длится около 3 дней. Ну и падение массы тела достигает от 1 до 3 килограмма за один сеанс. Снижение веса происходит обычно к вечеру, то есть если процедура проводится в первой половине дня, то снижение массы наступает ближе к вечеру. То есть это можно зафиксировать на весах. И, значит, 1 килограмм худеет лица с небольшим избытком массы тела, и 3 килограмма обычно это наблюдается в начале лечения, то есть у полных людей, у которых избыток массы тела значительный. Вот таким образом.